В Актау 27-летний парень стал победителем акции «Получи вакцину и выиграй квартиру». В прямом эфире социальной сети разыграли также смартфоны и бытовую технику. Кто он? Счастливый обладатель квадратных метров. Расскажет наш корреспондент. Необычная акция «Получи вакцину и выиграй двухкомнатную квартиру» стартовала в Актау 22 июня. Поучаствовать в ней могли жители, вакцинированные после этой даты. Сразу после прививки вакцинированные прошли регистрацию на сайте через специальный QR-код. Розыгрыш состоялся сегодня. Методом случайного отбора компьютер определил номера счастливчиков. Каждую пятницу со дня начала акции ценные подарки разыгрывали в социальной сети. В последней игре также разыграли два смартфона, столько же телевизоров, микроволновую печь и холодильник. Победителем акции стал житель Актау. Ему достались ключи от квартиры в жилом комплексе, который возводит местная строительная компания. Победитель розыгрыша переехал из Туркменистана, живет у родственников. Теперь он стал обладателем двухкомнатной квартиры. С 22 июня по сегодняшний день вакцинировались около 30 тысяч человек, а зарегистрированных в акции было всего 10 тысяч человек. Местные предприниматели полностью следили за выполнением всех условий акции. По темпам вакцинации в стране Мангистауская область пока занимает последнее место. Для исправления ситуации впереди, возможно, проведут еще один розыгрыш. Главный приз – автомобиль или новая квартира. Анастасия Сулейманова, Саламат Бикбаев, Актау, Хабар 24.